Друзья, ходит слух о том, что известный, любимый наш российский певец и музыкант Влад Топалов серьезно болен. Об этом сегодня рано утром заговорили в российском шоу-бизнесе. Что произошло с нашим любимым певцом и музыкантом, пока неизвестно. Его друзья сообщают о том, что собирают денежные средства на его лечение. Правда ли это, либо это фейки интернета, мы пока еще не знаем. Мы сделаем свежий выпуск, друзья, с которым выступим уже завтра рано утром на нашем канале. Я попрошу вас поддержать наш канал, подписаться на него. Ведь только так вы будете в курсе всех событий, которые озвучиваем мы на нашем YouTube-канале. Берегите себя, друзья, и до скорых встреч на нашем канале. Берегите себя, своих родных и близких. Не забывайте за нас, дорогие наши зрители.